Добро пожаловать в игрушку Resident Evil 6. Это канал Алекс Плей и Пеппер Плей. Мы играем в компанию Аду Вонг и с ее воображаемым другом. Не могу поверить, что он пошел на это. Несчастный город. Здесь необходимо расследование. О, то есть ты уже здесь, да? Я в твоей голове, Ада. Меня здесь нету. О, Леончик с Ленкой. Леон. Леон, значит, и тебя втянули. Надеюсь, тебе хватит на это силы. Что я есть, то я нет. Ну, заметь это, обрати внимание. Вот он, ты слышишь. Лутецкий, сзади ты что, не взяла? Нет. Я лишь твои мысли в твоей голове. Холодными зимними вечерами. Ой, что мы с этим агентом делаем? Раскушно, боже мой. Представляю. Ныряй. Вот он всегда мне тоже говорит, ныряй. Тихо, тихо, агент. Ну что ты, я тебя уволю. Это ты сама споткнулась? Да. Здесь нету, кроме тебя, больше никого пока что. Тихо. Ада Вонг, вернись назад и собери лут. Вернись назад и собери лут. Собрала? Конечно. Чё это? О! Ага, ржавый замок. Сломать его будет не слишком сложно. Спасибо. Что это? Что там? А подожди, а что тут? А, R. Какая-то фамильный герб Симмонса. Оу! Понесли. И заметь, я подобрать его не мог. Потому что тебя нет. Ну, в смысле, ты есть, но тебя нет. Я не шмок. А можно на него наступить? Ага, можно. И вообще, я буду за тобой только наблюдать. Буду экономить патроны. Могу станцевать. Станцевать, станцуй. Да. Полетели. Хоба видел исчез. Да, ну я не буду дождь тут танцевать. А тут был Леон. Помнишь? Конечно. Самый тут бесячий было... уровень наш. Да. Ненавидела я этот уровень. Еще собаки эти. Прибили. Помню. Тут бочки. Открывались, это была жесть. Просто. Так. Лошадка. Граната. Куда-то сюда показывают. Ну вот, попробуй открыть. Ну, нам нужен, подожди, нам нужен же этот. А. Похоже, это может сработать. Но где остальные? Нам надо, получается, три кусочка еще этого герба найти. А, сейчас что-то откроется. И нам вниз. Скрипт сработал. Найдите недостающие части. Ну, еще не хватало по гробницам лазить. Расхитители гробниц. Пять-то упало. Сейчас. Если ты мне треснешь, то ты треснешь сама себя. Ну, может, мне это нравится. Ты не вздумал об этом? Я действительно буду отыгрывать, стараться роль твоих мыслей просто. Ну, попробуй. Тут один рычаг, а не два. Ну, во всех компаниях было очень часто два рычага. А здесь один. Они не открываются, дверь. Но там, там оружие. Новое оружие, если мы туда попадем. Поэтому нам нужно попасть туда. А что там у меня такая или что? Фу, в мешке какой-то труп. Подожди, ну я дергаю. И ничего не происходит. Ты что-то неправильно делаю, что ли? Не так дергаю или что, или как? Видимо как-то не так.
Господи, я-то думала, умею. Так, а здесь что? Может быть, стоит как-то не так грубо, понежнее это делать? Потихонечку, так аккуратненько. Нежно, да? Да, попробуем. Не торопись. О, нашла ключ. Ты где-то нашла ключ? Тихо, успокойся. А, я наверху нашла ключ. Тот же цвет, что и у сундука, который я только что видела. Все. Ну, пойдем. О, ну ты свинья, что ты делаешь-то? Ты посмотри, какой вредный, а. Вот уродец. Взял сундук вниз, сбросил. О, винтовочка. Снайперская винтовка. Теперь можно делать вот так. Вот это что такое? Но это я тоже не могу открыть. Не можешь? А вот это что? А он сразу же закрывается. А зачем тогда нам это? Ну-ка, так. Встань туда. Чё ты здесь? Пошутил? Встань туда, смотрим. Ну, вставай. Ну, хорошо. Мы проверим. Я встану. Стоишь? Я дальше не могу. А, то есть не пускает, да? Ну, я могу. Да. Ты от меня не избавишься, я от твоей мысли в голове. Пока тебя не застрелят, я буду рядом с тобой. Это эшафот. А, смотри, мы можем вон что делать сейчас, друзья. Зачем? Стрелы? Подожди, а у меня нету арбалета, у тебя есть арбалет? Конечно. Почему у меня нет? Они новые почему-то, смотри. Ты стрелы взяла? Да. Они новые появляются? Наверное, новые пришли. А зачем? Это интересно. Зато с них лут падает. Дофига лута. Стрелы падают. Только стрелы. Интересно. Значит, стрелы зачем-то нужны. Ты должен что-то сделать. А тут не открывается, да, дверь? Нет, просто она ее пинает. А ты сюда можешь залезть, вот сюда? Ну-ка. Нет, не могу. Так, мне тоже не дают повеситься. Плохо то, что я не могу ни с чем взаимодействовать. Ты видишь, можешь. Не срабатывает. Что-то нам... Видишь, он внизу ключ, и мы должны как-то попасть вниз. Ты должна что-то с веревкой сделать, может быть, зацепиться. Сюда! Подожди, сюда надо что-то притащить. Давай попробуем сюда что-то притащить. Может быть, трупы, которые падают? Не-не-не. А, ну не знаю. А как ты? А как тащить тогда? Что-то. Расшатать их никак нельзя. Попробуй арбалетом расшатать их. Нет, он не попадает в него, мимо просто стрела пролетает. Ну, в этом. В замок. В замок? Я понял, подожди, стой здесь. Стою. Стоишь? Угу. Где труп? Вот, вот он труп, смотри. Да, блин, ну потому что я не могу взаимодействовать с предметами, иди сюда. Так. Двигай вот это. Нет, отсюда, сбоку. Подойди-ка. Право нам сказали? Вот сюда. Ну да, над трупом. Теперь иди сюда. Видишь, я-то не могу с предметами взаимодействовать. Я просто думал, что он не двигается ни хрена. Давай, стреляй и прыгаем. Который справа, да, этот труп? Ну ты же видишь, на рычаг. А, и он на рычаг упадет. Ну, почти. Правее. Немножечко левее. Чуть-чуть левее, с какой стороны посмотреть? Да не, наоборот, мне кажется, нет. Вот так вот, да? Да нет. Ну смотри, как висит. Что, правильно? Вот, ну сюда отойди. Думаешь, нормально? Ну ладно. Хорошо.
Давай попробуем. Смотри. Да. Вот. И он прям рукой его держит. Да, смотри, видишь, нормально. И ты одна прыгаешь. А, нет, я тоже. Так, вот у нас сундучок. Вторая часть герба. Это что такое? И еще недостающие части. Что-то я не хочу туда наступать. О, смотри, какой сидит. Казненный чувачок. Тут вообще какие-то страшные дела. Это электрический стул? Наверное, да. Ну, открывай. Что ты встала? Проблема в том, что мы не можем открыть сейчас дверь эту. А смотри, тут как питание, потому что нет на дверь. Видишь, тут вот как закоротило вот тут вот. Я боюсь подходить сюда. Попробуй сдвинуть как-то. Попробуй как-то сдвинуть. Я не могу тебе, видишь, ничем помочь. Я даже не знаю, что активно, что нет. Видишь, ты можешь, я не могу ничего делать. Хотя бы сделали возможно, чтобы я тоже мог взаимодействовать. Угу. Так, ну-ка, с тобой что? Да, сюда его встань на провода, он будет как это проводником. Проводник. Все, все, все. А этого тогда тоже надо было? Да, наверное. Да встань нормально. Да господи. Ну, дай. Вода. Еще может быть? Давай еще один. Оу! Все хорошо. Все, видишь, он. Теперь этот. О, правее, правее. Да. Молодец. Да меня там тоже фигарит. Господи, господи, господи. И вон до сюда, пускай сюда ползет. А, ну да, сейчас еще прыгнет тогда один. А где он? Попробуй ты встать. Ты будешь проводником. Подожди, или нет? Ладно. Вот он, иди сюда, 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 сюда. Кись. Сюда, давай. Иди ко мне, мой хороший, давай. Сюда, давай. Вот сюда. Иди, кадочки, иди ко мне, иди сюда, иди, говорю. Вот прям по проводочкам, давай. Да ты смотри, что у него, а. Может, его убить прям надо тут? На этом месте. Может быть. Подожди ты, господи, ты боже. Вот сюда, иди, помню. Вот. Во. Да, отлично. Все, цепь замкнулась. Слушай, как будто лабораторная работа по физике. Фу. Нормально. Мне понравилось. Тут можно по низу. Я думаю, там секретик будет. Потому что лестница это сильно очевидно. Да? Да, теперь я на твою задницу попялюсь. Так, ну... Ну, тоже нормально, я думаю. Так я-то что? Ну, это лишь твои мысли и фантазии. Почему бы и нет? Так и живем. Ты что, тут просто лут, да? Ну да. Мне эти стрелы нахрен не нужны. У меня нет арбалета. Пойдем. Так, ну да, мы здесь и были, все. Именно так, Коба. Все. О, пацаны идут. Сундучок. Че вы там ходите? Вот че вы там ходите? Мы вниз упали. Ты упала, я нет. Здесь это должна быть подсказка. Смысл. А вот теперь я тоже упала. Нам опять ползти. Нельзя прыгать сначала. Мы просто проваливаемся вниз.
Она говорит, здесь где-то должна быть подсказка. И там труп такой. Смотри, труп висит. Значит, нужен арбалет. Давай. Пригвоздить, может быть, их как-то надо арбалетом. Ну да, наверное, они тяжелые, точно, да. Убери их отсюда. Все, да, ты пригвоздила. Да, 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 и они просто... Я думаю, я не слишком тяжелый. Могу тоже стать. Что там? Третья часть. А, фамильное кольцо, кольцо Симмонса. Что делаешь? Ты что делаешь? А? Ты что делаешь? Искорки. Об меня? Нет. Об решетку. Меня же здесь нет. Ксюша. Есть. Забыла. Опять нет, но ты есть. Здесь ничего. Что, ты пройти не можешь, что ли? Я сейчас Ксюша, у тебя совсем, мне кажется, с головой плохо. Возьми и пройди. Тут никого нету. Я сейчас опять за рычаг дерну, иди. Тут же никого нет. Я не обещаю, что это будет нежно. Все. Так, и куда? Туда. А, ну все. Тут пацан сидит, ему норм. Полетели. А ты пыхтишь. Ну что ты пыхтишь? Дождик опять. Дождик, дождик, это хорошо. Да. Ой, гроза еще. Ну что, на этот раз я не с тобой. А где ты? Я внизу. Сейчас прилетим, подожди. Да, я уже здесь. А-а-а, ты узнаешь это место? А это что здесь? А здесь тут будет Леон с Ленкой. Смотри, какой череп. Чё тут? А, понятно, надо с его глаза эту штуку и вставить в череп. Да. А у него зуб, зуб и череп. Ой, зуб и глаз. Кто не спрятался, я не виновата. И кто будет первым? А кто будет? Так, надо ему, значит, вставить. Вставить ему надо. Полетели. Да ё-моё. О, боже! Ой-ой-ой. Так, всё, да? Ну, вот падай, хорошо. Просто надо на пробеле, что ли? Давай на пробеле. Быстрее, быстрее, быстрее. А ты там с другой стороны, да? Подожди. А куда дальше? Дальше вперед. Так я до кон... Ай, вот, вот ты где. Боже мой, кто это? Тут толстяк к нам лезет. А как? Он же не сможет пролезть. Чё? Блин, да тут еще, да я к тебе ползла. Чё так медленно? Просто если тормозить, оно сюда прилетает, это хрень. Стреляй, значит. А вот этому, да, по ногам? Я понял, нет, поворачивай просто, не обращай внимания, сюда. Ты чё, Ксюша? Да я не могу! Повернись, ну как? Ну пожалуйста, повернись сюда. Она не поворачивает. Почему не поворачивает? Ксюха, да успокойся, не ползи. Чуть-чуть назад проползи. Ну ты даешь. Ладно. Повернула, повернула, фу. Да это капец какой-то. Все, я здесь. А вот толстяк. А что, он... давай ему по попе напинаем. Дробовичком, дробовичком. А его смотри, его там этой расколбасило. Точно. На фарш. Так, ну взяла, я же не могу ключ взять. У меня же нет. Красный какой-то глаз.
Ну-ка, мне надо траву скомбинировать, так? Блин, у меня что-то гранат столько есть уже. Так, и... А, ну, давай попадем вниз. Ставим один фрагмент. Нам надо еще зубик найти, да? На. Так, хорошо. А вон лестница. Угу. Там чувачок ходит с зубиком. Так, и где он? Вон! Да чё он уходит-то постоянно? Да ты посмотри. О, нифига себе. Шикарь. А ножик-то не хочешь давать? О, чувака динамит. Ксюша, не подходи. Ну, это ж Ксюша. А что там? Что такое? Дверь открылась. Да он уходит и уходит, ты посмотри на него. Кто-то по своим делам идет. А в смысле? А дверь-то почему закрыта? Саша! Почему закрыта? Посмотри. Ты где? Ты там? Попробуй дверь открыть. А как? Ну как ты это должна открыть? Она же как-то открывалась, почему она открылась? Я не знаю. Ну, тут кого-то может убили? Это баг? Возможно. Типа ты должна была первую пройти. Возможно. О, это Карикун! Где он? А ты отсюда попробуй, отстреливай отсюда пока. Помогай мне. Должны открыться. Вот. Все, я бегу. Не проходи, пожалуйста. Не проходи первым, пожалуйста. Мало ли, вдруг он меня опять заглючит. Все. Фу, я же испугалась, что надо переигрывать. Все сломал. Опять дверь закрылась, ты что делаешь? Ты опять здесь, что ли? А сейчас мы его убьем, и она откроется. Просто когда враги, она закрывается. Да. Типа, чтобы тебе не было бежать. Ну, поторопились, не учли момент. Ну, есть недочеты, да. Не все доработано. Крикун опять, да ё-моё. Ну, все убиты? Нет, еще не все. Спрятался где он? Вот он. Ну, тут... Вот он, вот так. О, все открылось. Нормально. Так, ну беги первый тогда. Я тебе всегда говорил, что ты должен впереди бежать. И я тут зад прикрывать. Понятно. Ты нет. Сам зад, первый иди. Да. Все к тебе вот этот зад. Я тебе сразу это говорил. Конечно. Все честно. Мне в зад не притягивает. Слушай, Ксюша, давай ползи первая. Ползи. Все, мы на месте. Так. Да, вставляю зуб. Ну давай вот так вот для красоты. Вот так вот он. Это нос! Ты псих, Симмонс, такой же, как и эти твари. Ой, заходи. Ой, захожу. Что тут у нас? Третья часть, да? Третья часть? Да. Все, три части у нас есть. Let's put my theory to the test. Проверим мое предположение. Пойдем вставлять. Так, подожди. А, все, полетели. Тимс.
Так, а ну все, мы на месте, отлично. Так, где-то тут у нас с той стороны. И это будет вход в эту церковь, да, где... Или это куда мы входим вообще? Ну, следующую вставляй. Где под церковью лаборатория, вот это, где Леон с Хеленой сестричку эту нашли. Да ты какой вред. Я сейчас тебе... Меня здесь нет. Давай. И где мы? Где ну, да. ты? Что такое? Непонятно. Дебора, Дебора, Шмебора. А, я помню мой день. Это попалось ее на своем горбу выносить. Сестра, да, я была? Да. Эйра. А, да? У тебя вид, будто ты призрака встретил. Ленка, да. Эйра. Ада? Что тут происходит, черт возьми? Все сложно. Арис, нахрена ты пришел сюда? Иди отсюда. В самый ответственный момент. Но это не то время и не то место. Эти мостки долго не продержатся. Надо спуститься на нижние этажи. Прости, Дебра, это все моя вина. Хелена, get away from her! Начинается. Стоп, не стреляй, пожалуйста. Опа, опа! О, да ё-моё! Что-то сразу... Не будем стрелять, он сказал, не стреляй. Да как же, конечно. Тогда я кого-то слушаю. Леон Сада, а я, значит, с ней буду? Да. Кстати, да, действительно, я с ней. Ленкой. Так, а что делать-то? Так, я выведу. Леон, пойдем. Вот ты помогал. Да. Ты думал, что это она одна? Надо с Леоном. А Леня со мной, да. Она мне пихнула. Here. Вот. A ring? Кольцо. Don't get the wrong idea. It'll make пойми меня неправильно, но тебе все ясно станет потом. Так, мы идем. Я тоже. Тут рычаг, то я не могу его нажать. На себя. А Ленка должна сделать это, по-моему. Ну давай, жми, а чё? Она просто стоит, встала что-то. А она просто ждет, когда мы дойдем, видимо, до нужной точки. А, понятно. Все, нажимает. Вот. Она нажимает, а я дергаю. Ой-ой, мы вниз поехали. А мы прыгаем. Вот она, херобора. Да что ж ты будешь делать? Watch out, you two. Осторожно, она сильна. Watch out for yourself. За собой смотри. Мы внизу. Ага.
что, колбасит, колбасит, колбасит. Да отстань от нее. В жопу прям. Стрелу. Сзади? Да. Задница выпустила. It's a nightmare. It can't be real. Так. Нет смысла, да, пока что стрелять? Мне кажется, когда она выпускает эти свои вот эти вот. Смотри. Вот, вот эти вот, желтые штуки. Все ниже и ниже. Сейчас я с Леоном. А мы сейчас с Леной тут на этой какой-то вагонетке. Так, так, так. Кого стреляешь-то там? А, вон. Мы тут спокойно едем, нормально. Ленка, давай знакомиться. Спускаемся. Ой-ой. Ой, все там за тебя попали. Все нормально. Просто трясет. Я спокойно стою такая. Да. Ленка что-то паникует. Мальчишки бегают, непонятно, что происходит. Мы пешком, вы едете. Ой. Да, мы тут прохлаждаемся, нам норм. А, мы, видимо, вас ждем. Да. А мы ниже едем. Тебе можно прыгнуть сюда. Все. А что нам делать? Вы должны что-то... Леон там должен что-то сделать. Леон, да, я вообще ничего не могу сделать. Фантом какой-то, я не знаю. Да есть тебе без меня, видите? Не обязательно прийти. Я сейчас тебя телепортую. Серьезно. Я всегда с вами. Ой. Я никогда не забуду. Ксюша, Ксюша, ты чё? Я пригинаюсь. Стоит такой. Я так с этого смеялась потом в нарезке. Особенно. Just stop it, Deborah! This isn't you! Нам надо в неё стрелять? А я уже не помню. Наверное. Ой, дьявол. Лазноножки. Да блин! Ой, господи. Так. Так, у тебя скилл нормально? А? У тебя таблетки тик-так есть? Да. Надо? Ну да, мне тоже надо. Серьезно. Сколько у тебя сейчас такое еще одно? Где она? Да у меня одна таблетка тут. Трав нету? Пока три только. Три кучи. Угу. Стресс. Угу. Вот это метрополитен. Не видать. Ой, сейчас кажется, мы упадем. Нет, прыг. Нормально, нормально, нормально. Бочка!
Она опять прилезла. Оу! И так вот. Господи. Боже мой. Ау! Это что, не изо рта? Вот это вот. Да. Боже мой. Элайна! Фу, что-то на спине какая-то дрянь. Пантик. Ну, этот драматический момент мы уже помним. Not until I avenge death. На скользкое ушко. На скользкое. Please. Forgive me. А куда она упала-то? Там что, там так высоко, что ли? Возможно. I'm gonna make him pay for this. Он мне за это заплатит. Посмотри на меня, все будет хорошо. Смотри. Смотри на меня. Все будет хорошо, ясно? Только глаза не закрывай. Помоги мне. Я тебя отсюда вытащу. Дебора. Дебора, посмотри на меня. Мы отсюда выберемся. Нет, нет, отпусти ее. Только не ее, а сестренка. Возьмите меня, пожалуйста. Я все сделаю. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте ее. Это же сестра ее. И я не знала, что делать. И я ему помогла. Помогла Симмонсу нейтрализовать охрану президента. Да, это очень похоже на Симмонса. Но зачем он все это затеял? Долгая история. Мы решили поиграть с людьми, которые на самом деле управляют нашей страной. Это опасная игра. И если сделаешь неверный ход... Мэри Поппинс, до свидания. Как ты себя чувствуешь? Может, спустишься и посмотришь сам? Думаю, справлюсь. Но там есть кое-что, что я хочу тебе показать. Снова твои игры? Не совсем. Просто кое-что, о чем, я думаю, тебе будет полезно знать. Отправляйся в лабораторию. Она еще, наверное, не знает, получается, о своем двойнике, что ли? Ну, да, видимо. Почему кто-то выбирает какой-то лут, как будто какая-то лягушка прям. Ну, ладно, в смысле. Трава. Подожди, трава. Все, я забрала. Все забрала? Обыщите комплекс. Наш этаж. Понятно. Так, у меня где-то было... Граната. Сейчас я буду гранату бросать. Не надо. Что, все? Тебе хватило? Да.
что тут что-то? Клипки. Что там? Еще один. А через решетку, интересно, получится бросить гранату? Тут этот амулет или какой? Сейчас. Ой, я им бросила, смотри. Прям туда. Ой, он еще от электричества что-то там поджарился. Но он что-то не умер, кстати. Не умер. Хотя он тоже новый принял. Да, в смысле? На тебе еще одну гранату. Тут лут, если ты ко мне подойдешь, можешь забрать. Ага, я его добью. Нафиг он нам, как говорится, нужен. А почему я не могу подобрать? Я не... Да... Блин, а если его выпал лут, я не могу взять его. Ну, сейчас, подожди-ка. Ладно. А я тоже не могу подобрать его. Я тоже не могу. Надо было подождать, чтобы он подальше полз. Поговался лут просто. Опа. Так, что, головоломка опять? Ключ от лаборатории. А как куда? Сюда не вставляется ключ? Так, все. Не всегда почему-то срабатывает ключ. Так. А куда? А вот, полетели. Вот это место я... О, господи! Саша, ко мне сюда беги, я гранату брошу. Да уже добьем, я его уже много раз ударил. Можно добить. Думаешь? Воу, полегче. Все, кажется. Только подожди, не стреляй. Все, он падает. Господи. Он страшный. Тут Леон с Хеленой были, а мы... Тун. Ой-ой-ой! Так, этому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот этому надо как раз-таки в спину на спину стрелять. Стреляй! Значит, теперь... Не, пока рано стрелять. Она что-то сделала. Он врезался в угол. Стреляй, Ксюша, стреляй! Все нормально. Лучшая тактика по... Две стороны разные. Ну, да, переагривай семью. Они так внезапно выскакивают, это что такое? А я взял до того, как ты открыла, странно. Да? Да! Ксюха, стреляй! Как он сейчас на меня побежит? Не успел. Так легко убить его. Главное спину просто. Но очень уязвимое место. Это что такое? Эмблемка? Где? Вот. Где мы? Полетели. Подожди. Мы тут были. А, кстати, сейчас эти будут мутировать, наверное, не? Тут два рычага, но это не для нас явно. Наверное, не стоит это трогать. Тут лута много собери. Так, ну, в принципе, туда. Боже, сколько тут этих. Греночки. О, обнаружено отклонение. Лаборатории будут заблокированы до полной проверки систем безопасности. Это кто? Это понятно кто. Ух
спину. Он как раз со спины к нам. Отлично. Все. Он даже не успел повернуться лицом. Так, а что нам здесь делать? Так, думай. Ты где? Ё-моё, меня уронили. Стреляй, Ксюх, стреляй. Так, теперь на меня. Все, все, не стреляй. Вот и все. Так. Вылупляется опять. Вылупляется. Блин, надо его как-то... А, он и так спину, да? А что, заранее не надо? Нельзя стрелять? Все нормально. А сколько? Да ой-ой-ой-ой, подожди, он лицом идет. Так, ну давай я отбегу. Тихо-тихо, пусть повернется. Да все, он уже повернется. А, что, да? Что, у меня дробовика уже два патрона всего осталось. Ой. У меня много тут что делать. Слетим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай я отбегу. Блин, надо быстрее разговаривать. Быстрее, да? Все, все, ну-ка. Да все, все, он бить падает. Ага. Так. И хорошие очки и умения, в принципе, падают. Опа, ящик. Finally. Наконец-то. Так, что здесь есть? Ты где? Я смотрю, если может быть тут только что полутаться есть. А у него мы тут везде были. Ой. И она, наверное, сейчас тоже на эту запись посмотрит. Ну да. Типа, что за фигня? Вот это же кассета Ады Вонг. День рождения Ады Вонг. Хом видео. Сейчас-то она все узнает. А Симмонс-то этого и хотел, говорит, иди, говорит, обыщи. Лабораторию. Знал, что она это найдет. Он выглядит совсем как я. Неудивительно, что Леон запутался. Понравилось представление? Да, многое прояснилось. Что ты хочешь сказать? Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве это не ты на этой записи? Ада, это ты стоишь за Неоамбреллой? Я вообще не понимаю, о чем ты. Симмонс не такой идиот, чтобы раскрывать свои карты. И он, и его семья хотят лишь одного — сохранить и укрепить созданную ими систему, но ты... Ты хочешь уничтожить ее. И мир обвинит во всем тебя. А, он тоже клон. Да? Не поняла вообще. Кто клон? Где она не поверила, что Симмонс настоящий. Она хочет поиграть? Пусть поиграет. С настоящей Адой Вонг. Этот Симмонс был тоже не настоящий, а тоже клонированный. Один настоящий. Не знаю. Кто это? Старая подруга Симмонс. Ада Вонг. Да? Отбросим любезности и перейдем к делу. Это моя близняшка, которую ты вывел. Только что сообщила мне, что собирается уничтожить мир. Что? Похоже, гонка началась. Посмотрим, кто придет первым. Бадабум! Это
не Симмонс был, наверное, во всем замешан, а кто-то специально Симмонса создал, я думаю, Вонг создал, чтобы подставить всех их. В любом случае, здесь еще пахнет крупной подставой. Ну да. Интересно. И Ада Вонг, и Симмонс, это все клоны. Ада Вонг сказал. То есть, Симмонс бы так не делал, типа он не стремился как бы к уничтожению всего мира. Интересно, интересно. И интересно, что получается... То есть она сразу поняла, она даже не то, что удивилась не сама себя, а теперь прояснилось то, что... Да, то, что Симмонс тоже был клонирован. Да. И все, что происходило в предыдущих четырех компаниях, это вся такая вот каша, которую заварили здесь. Ну да. Только кто за этим стоит, мы пока не знаем. Нам интересно узнать, что будет дальше, ребят. Надеюсь, вам тоже. И все это будет в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Ссылочка на Ксюшу будет под видео под описанием. У меня, у Ксюши на меня будет в описании. Так что подписывайтесь на The Alex Play и на Paper Play. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.